уже само название должно подтолкнуть нас к размышлению. Это слово латинского происхождения и означает род, истоки, а также способ или манеру. Крайне редко мы берем за основу какую-либо вещь и представляем ее на суд клиента, не видоизменяя, а просто слепо ее копируя, в опасениях того, что аналогичным образом могут поступить и другие производители. А все потому, что мы хотим избежать риска представить на рынке продукт, идентичный продукту нашего конкурента. Поэтому изо дня в день мы работаем над разработкой таких продуктов, которые бы не просто хорошо продавались, но и были оригинальными. Что же мы сделали? Мы взяли за основу напольное покрытие из белого мрамора, уложенное в аэропорту Пальма-де-Майорка, и сделали красивейший коллаж приблизительно из 30 различных видов мраморов. Результат получился ошеломительный с художественной точки зрения, но не обещал больших объемов продаж. Поэтому мы создали наш собственный мрамор. Мы взяли три вида мрамора и соединили их вместе. Для белого мрамора мы соединили между собой поверхности мрамора Калаката Боргини, Калаката Уайт и Бианка Лаза. Аналогичным образом мы поступили с бежевым цветом, соединив между собой поверхности цвета кремовой слоновой кости, классического палисандра и оникса, а для черного мы смешали следующие виды мрамора. Нуар Сан-Лорант, Ниро Иерон и Пьер Блю Белга. Таким образом, мы подготовили поверхности и окончательно определились с цветами поверхности, оставив их только три — белый, бежевый и черный. После того, как были созданы эти огромные слябы, мы представили себя мастерами по мрамору. Нас ожидал следующий рабочий процесс. Блок мрамора режется на куски, после чего слябы классифицируются, исходя из однородности вен и эстетической составляющей. Таким образом, у нас получилось 80 слябов. В свою очередь, их тоже ожидал отбор. Самые чистые из них мы воспроизвели в нескольких форматах. Те, которые были более пятнистые, в других формах разделив таким образом коллекцию на две части. С тем, чтобы облегчить вышеуказанную сортировку, в рамках проекта мы разработали направление коллекции, именуемое Gold, представленное в двух видах отделки — гладкой, естественной и глянцевой, полушлифованной, в форматах 120 на 120, 60 на 120, 60 на 60, с добавлением миксовой мозаики, одни из элементов которой имеют полированную поверхность, а другие — естественную поверхность, а также бордюров из дерева в тон. Серия Home также выполнена в керамограните в трех видах отделки. Естественная волнистая в формате 75 на 75, естественная слегка состаренная в форматах 60 на 60, 30 на 60, 30 на 60, смешанных размеров и мозаики 30 на 30, а также бучердированная отделка в формате 60 на 60 и 30 на 60 для наружных помещений. Позвольте два слова, чтобы конкретизировать беседу. О смешанных размерах речь идет о формате 30 на 60, который мы предоставляем в разборном виде внутри коробок. Таким образом, внутри коробок вы найдете плитки размерами 15 на 60, 10 на 60 и 5 на 60 сантиметров. То есть мы имеем дело с дополнительным вариантом укладки плитки, когда формат 30 на 60 сантиметров используется в качестве облицовочной плитки, не прибегая к использованию декоров. 75 на 75 — это промежуточный формат между форматами 60 на 60 и 90 на 90 с керамической и экономической точки зрения. Другими словами, он открывает новые возможности. При этом также необходимо отметить быстрые сроки поставки этого формата. Как мы видим, речь идет о полной коллекции, которая охватывает 5 форматов и 5 видов отделок. Для полноты ассортимента мы разработали мозаику в стиле Помпеи, дополняющую коллекцию, с элементами белого и черного, и черного или черного и бежевого, и черного цветов, чередуемых между собой.
В качестве финального штриха для логической завершенности коллекции Genus мы предусмотрели облицовочные плитки, выполненные двойным обжигом в формате 25 на 75, ректифицированные, и плитки того же калибра в формате 75 на 75 сантиметров для максимального соответствия напольного и настенного покрытия. Фоновые облицовочные плитки представлены в следующей отделке: гладкой, рельефной в полоску и ромбоидальную, дополненные в свою очередь рельефными декоративными элементами. Таким образом, мы имеем самое полное предложение, которое в состоянии удовлетворить любые проектные требования для жилых помещений, гостиниц, бутиков и наружных помещений.